Украинка Костевич, чемпионка мира в пулевой стрельбе. Костевич выиграла перестрелку у россиянки за золото. Лидер сборной Украины по пулевой стрельбе Елена Костевич завоевала золотую медаль на чемпионате мира в дисциплине пистолет на дистанции 25 м. В финал Костевич пробилась со вторым результатом, уступив лишь россиянке Виталине Бацарашкиной. Именно с ней она боролась за золото и в финале. В финале Костевич после первой стадии до финальных выстрелов находилась на второй позиции. Но перед последним подходом украинка сравнялась с Бацарашкиной, у обеих было по 35 попаданий. Ни финальный подход, ни две перестрелки за золото не определили победителя. Лишь в третьей перестрелке украинка выиграла, на три ее попадания россиянка ответила двумя. Отметим, что в данной дисциплине Костевич выиграла всего свою вторую медаль. Ранее на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году она стала бронзовым призером. Все остальные ее награды, в том числе золото и бронза Олимпийских игр, золото и серебро чемпионата мира, а также медаль чемпионата Европы была завоевана в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м. Напомним, что для Костевич это уже вторая медаль на чемпионате мира в Корее. Ранее она завоевала бронзу в команде, вместе с Олегом Амельчуком, в стрельбе из пистолета на дистанции 10 м. Также Костевич принесла Украине вторую олимпийскую лицензию в пулевой стрельбе. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgro.com.